Так, ну что, вход, стояночка машин бесплатная. Места, я думаю, хватит всем. И вход на одного человека у нас получился 14 евро. Семейный билет 40 евро. Ну, прямо у входа стоишь и чувствуешь, что деньги платишь прям, вот прям эмоции. Подходишь к воротам, зашквар. Вот просто зашквар. Ну, а сейчас покажу, что мы здесь увидели. Смогу ли вам показать и рассказать, насколько это круто. Я сюда обязательно вернусь с детьми и женой. Сегодня в командировке, поэтому покажу только вам. Наша дружная команда двигается и показывает вам все прелести в Синтре. Гуляя по Синтре, ну, здесь просто куда ты камеру, куда ты взгляд не направишь, везде какой-то есть такой шедевр, ну просто природа настолько безумная, ну просто ни одного ландшафта нет повторяющегося. То есть ты поднимаешься к дворцу Пена, и ландшафты меняются, ну, примерно каждые 20 метров. Сложно сказать, они как бы такие были здесь всегда, или их вот творение рук человеческих, но это круто. Ну просто круто. И здесь... Во-первых, ароматы, здесь разные виды запахов. Во-вторых, розы, которые здесь цветут, растения, они не повторяются. Есть разные строения, которых возраст там достигает 200, 300, 400 лет. И ты каждый раз, поворачивая в какой-то уголок, видишь какую-то вещь, которая, ну просто зачаровывает. Я не знаю, у меня не было такого всплеска эмоций, не пройдя даже каких-то там несчастных 50 метров. Ну, то есть идешь, и оп, и пошло. Такое популярное слово секвоя. Секвоя я много раз слышал, но здесь настоящий такой секвоевый парк. Я не знаю, сколько этим секвоям лет, но речь идет что-то там о 400 лет и более. И здесь они реально гигантские секвои. Здесь есть все растения. Заботливо ребята на каждом растении вешают табличку, чтобы гуляя ты на английском языке мог прочитать, что это за растение. Ну и какая-то информация. Разумеется, здесь тянет Wi-Fi. Можно на всей территории пользоваться Wi-Fi и смотреть в этом парке на твоем языке, что это и в какой точке ты находишься. Это тоже очень прикольно. Да, обожаю подходить к подножью замка. Есть моменты, когда у тебя есть как бы ожидания. Ты же видишь это место, изучаешь его, читаешь, смотришь, что это за место. И уже рисуешь себе в голове картинку. И когда подходишь к подножью замка, первое, что приходит в голову, что да, все так именно и есть, как я запланировал. Чтобы подняться этот замок, это действительно настоящий штурм. Вот. И у меня не было никаких эмоций начальных. Я просто знал, что это круто по фото. И сейчас все соответствует моим эмоциям. И ближайший час, пока я иду к этому замку, я действительно восторгаюсь. Это сумасшедшие пейзажи. Они по-другому здесь не называются. Это сумасшедшие запахи. И все, что я здесь вижу, переформирует меня и ломает мой мозг. Сразу понимаю, поскольку мы находимся в Португалии, мы сюда будем приезжать не один раз, потому что здесь примерно на каждые 10 метров такой эмоциональный всплеск, так все это хочется прощупать, просмотреть, потрогать. Это нереально круто, вот прям нереально. Почему? Потому что это еще находится на горе. Знаете, как чем выше в горы, тем эйфория у человека получается. И выглядит, конечно, все зачетнее в разы. По Синтре это прежде всего фитопрогулки. Прогулки по национальному парку Синтра это прежде всего фитопрогулки, потому что вы находитесь на разном уровне. Это гора выше, ниже. И на каждом уровне, во-первых, свой температурный режим. И поднимаясь вверх-вниз, ты чувствуешь эти перепады. Где-то ты без куртки прям не можешь, а где-то не знаешь, что из себя снять. Это обязательно. Второй момент – это разнообразие флоры, которая здесь существует, и фауны.
И это и температурный режим, это и запахи, и это, безусловно, эмоции. И когда это включается все, и в тебе работают все органы осязания, обаяния, это просто швах. Ты получаешь вот такую эйфорию, такой кайф. И первое, что мне приходит в голову, я сейчас без семьи, я обязательно вернусь с семьей. Второе, у нас здесь еще есть время, и мы будем сюда возвращаться на следующих выходных. И я думаю, я сделаю не один десяток видеороликов об этом месте. Цель – как можно больше информации, хотя, если честно, ее у меня нету. Но у меня больше эмоциональная такая информация. И я думаю, что мои эмоции, они смотивируют вас на посещение этого замечательного места. Вот не знаю, как описать мой восторг, но... Гуляя здесь, ты оказываешься в каждой новой зоне. То это зона водопада, то зона каких-то экзотических камней, то пальмы, то бог его знает что. И все это как бы это натуральное. Это не работа какого-то садовников, это просто работа действительно природы. И это швака круто. Каждые 100 метров меняется ландшафт. Каждые 100 метров меняется ощущение. Вот сколько я уже с вами иду, не так уж много. Но смотрите, ну... Разве это не уникальный вариант? То есть я не знаю, где это. В Перу, что это, Чили, Боливия, что это. Фух, это реально круто. Лемуры в джунгли. Так, заметили, курточку пришлось снять. В горах всегда так, у подножья холодно. Наверху чуть стало солнышко, реально жарко. Фух, во-первых... С дыхалочкой надо поработать, сами понимаете, если кто-то имеет какие-то ограничения по здоровью, трудновато сюда ползти, вот прям честно скажу, и с алкоголем тоже не шутите перед посещением этого замка. Ну, мы наконец-то добрались в эту гору, и сейчас зайдем в замок и посмотрим. Первые эмоции были от парка, парк Синтра, это одно из волшебнейших мест на планете Земля, и обязательно нужно его посетить. И мы уже подготовлены эмоционально, сейчас будем заходить в... Блин, сейчас говорю, а такие цветы передо мной, что просто швах, как круто. Ладно, мы идем в замок и покажем вам этот замок внутри.